Приветствую. Поняла, прослушала часть. Очень, кстати, полезно. Просматривайте свое видео, что-то добавляйте. Также тяжело может пойти очень важно, вот, допустим, какие-то копчености. Даже вот рыба, да, такая слабосоленая, соленая. Овощи. И мне вот почему-то кажется, что бобовые все, потому что получается, что это газы образует. Поэтому, в общем, вот питание, как в детском садике. То есть, если вводить тихонько овощи, то что-то такое именно отварное. Так, ну, наверное, все-таки квашеная соленая капуста. Хотя вот здесь, знаете, много споров. Вот почему-то считается, что раньше даже мы, русские, кушали именно все моченое, квашеное. И там содержится какой-то вот фермент, он именно нужен в пищеварении. То есть тут я вот, ну, не знаю, не могу вообще решать. Вообще вам нужно самим выбрать. То есть самое главное, вот что я перечислила, это, получается, будет вторая перед этим часть, вот в этой третьей части, что я сказала. И еще нужно избегать стресс. То есть вот, если кто-то хочет попытаться с вами, из, как говорится, видео об этом сниму, просто невнимательно что-то услышал, как-то не разобрался, все смешал в одно, человек попытался, допустим, устроить с вами конфликт, вы, конечно, жестко один раз ответьте, но не спускайтесь до того, чтобы с ним дальше, как говорится, спорить, вообще разборки наводить. То есть поймите, что вы будете умнее, мудрее выглядеть, если вы просто перестанете разговаривать. Дальше вообще расстраиваться по поводу каких-то своих ситуаций тоже в данный момент не стоит. Может, какое-то успокоительное даже попейте. Но то есть вот все это ЖКТ, вот у меня оно связано именно... Ну, пролечилась я перед этим, да, сосуды, вот, как говорится, аллергию лечила. Эти все препараты очень садят, вот именно ЖКТ. Вот именно вот эти препараты. Но если я еще сейчас добавлю этот стресс из-за каких-то ситуаций, то есть вы просто, ну, я вам практику такую дам, как вы просто можете мгновенно вообще перестать негативные эмоции испытывать, так это назовем. Ну, то есть поплакать что-то там вот, выплеснуться, это тоже нужно, но, допустим, неделю находиться в таком каком-то депрессивном состоянии, в состоянии стресса, невроза и тревоги, это глупо, это вас будет убивать изнутри, поэтому успокойтесь, соблюдайте диету, иногда нарушайте, но облечивайтесь, пейте таблеточки, все будет хорошо.